21 декабря КФУ посетил старейший партнер вуза Университет Канадзавы. После насыщенного дня, полным ознакомительными экскурсиями по зданиям и лабораториям Казанского федерального, японские коллеги встретились с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым. На встрече был обсужден существующий на сегодня совместный проект КФУ и японских партнеров, который предполагает прежде всего студенческие академические обмены. При этом рассматриваются не только подготовка специалистов, которые соответствовали бы идеалам двух университетов, но и воспитание будущих лидеров российско-японских отношений. С этой целью планируется чаще проводить высококачественные программы сотрудничества с партнерами в России для увеличения количества студенческих обменов, а также содействовать развитию будущих региональных взаимодействий в области науки, культуры и экономики. В рамках данного проекта японская страна стремится воплотить идею русского шелкового пути знаний 21 века, который соединит Восток и Запад. В России существует традиция перед новогодними праздниками подводить итоги уходящего года и отмечаю наиболее значимые результаты. Я очень рад, что вот в 2017 году в области нашего межуниверситетского сотрудничества произошли действительно значимые прорывные изменения, поскольку вот заявка нашего университета, университета Канадзавы, на грант правительства Японии по программе сотрудничества между Россией и Японией получила положительный отклик. Состоявшийся визит служит хорошей отправной точкой для реальных шагов в осуществлении заявленной программы. Со стороны руководства Казанского федерального университета данная программа получила поддержку. Более того, в ходе встречи не раз высказывалось мнение о заинтересованности в интенсивном развитии отношений между университетом Канадзавы и КФУ. Я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы нашли возможность принять всю нашу делегацию вместе со студентами. Цель нашей поездки – реализация большого правительственного гранта по развитию взаимодействия с российскими университетами. За прошедший день мы успели обсудить множество вопросов и программу двойного диплома готовы начать уже с сентября. В январе на симпозиуме, я надеюсь, мы сможем подписать дополнительное соглашение, закрепляющее наши взаимоотношения как на уровне регионов, так и по программе двойного диплома. И в заключение стоит отметить, поскольку университеты находятся в экономически развитых регионах своих стран, Республики Татарстан и префектуре Ишикава, то укрепление связи между вузами, развитие совместных научных и образовательных программ приведет и к развитию, и к укреплению экономических связей. Адель Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.